профессия, она молчаливая, да? Мы можем много говорить красивых слов, но пока не будет красивых действий, особенно выпускников касается, все это бесполезно. Потому все ваши благодарности, ваши посулы, обещания, они только на сцене, только вашими танцами. Все остальное не имеет значения в нашем. Вот тогда мы зря здесь находились. Если вы будете плохо танцевать, значит, это неправильно. Так что все зависит от вас. А теперь первый звонок. По традиции первые классы первыми посещают нашу школу в первый учебный день. 1-5А, пожалуйста. И сентябрьский день похожий, и когда...